буду делать свои любимые вафли по известному рецепту. 2 яйца, йогурт, потом добавляю, сразу скажу, не реклама, добавляю кокосовый урбич. На водяной бане сейчас его разогрею, потому что он очень-очень плотный. Вот. Ну и что сюда добавлю сейчас? Муку, 3 столовых ложки масла, молока кокосового. Потом мука сюда пойдет рисовая, миндальная и цельнозерновая. Все. Можно по желанию добавить, например, какой-нибудь протеин. Иногда я такое делаю, чтобы были и белки, и жиры, и углеводы. То есть это полноценный перекус, не пустые углеводы, необычные печенье, как мы в магазине покупаем, да? Я раньше так делала, а именно вот полноценный перекус. Еще раз повторюсь, и белки, у нас тут и яйцо, и йогурт, плюс, если протеин добавите, еще белок будет и в протеине. И жиры. Жиры — это тоже желток у нас, урбич, и мука миндальная — это тоже жиры. И углеводы. Мука рисовая и цельнозерновая. Все, приступаю к готовке. На водяной бане, я сказала, буду готовить. Вот, видите, специальное у меня такое приспособление. Еще успела в Икее купить в свое время. Теперь радуюсь и наслаждаюсь. Очень классная вещь. Приступаем к приготовлению самих вафель. Будем печь в вафельнице. Очень быстро и просто. И не надо ходить в магазин, покупать непонятные печенья, в которых все очень плохо. Много ешек, много трансжиров. А это вафли собственного приготовления. Сплошная польза. Все, ждем, когда нагреется вафельница, и будем печь. Вафельницу буду смазывать кокосовым маслом. Смазываю я ее только один раз. И этого достаточно. Они больше не прилипают. Ну, при условии, если у вас правильный рецепт. Бывали, конечно, моменты, что делал какие-то другие рецепты. И, конечно, вафли прилипали. Все зависит от состава этого рецепта. Смазываю, как вы видите, силиконовой кисточкой. Очень удобно пользоваться. А после использования уже этой вафельницы просто протираю бумажными полотенцами вафельницу. Ее мыть не надо. И все. Все просто и хорошо. И вот такая красота у нас получилась. Вафельки готовы. Все время получается 6 вафель из того объема, что я готовлю. На 2 раза поесть. Или на 2 человек. По 3 вафельки каждому.
Давайте покажу, как выглядит моя теперь морозилка внутри. Снаружи я вам в прошлый раз показала. А теперь внутри. Три ящика. Они достаточно большие. И вот такие ягодки я здесь наморозила. Посмотрите, какой объем. Я покупала все это летом. Готовую смородину, свежую, местную. Вот, это у меня черная смородина. Видите, сколько пакетиков. Вот, что у меня тут еще? То ли брусник, то ли... Прекрасная смородина. Уже не помню. Вот, видите, все-таки надо записывать. Наверное, красная смородина. Была красная смородина. Здесь у меня вишня. Вишню покупала, косточки удаляла. Вот. Все она замораживала. Да, это красная смородина. Вот. Очень-очень много. Так что теперь в магазин не надо ходить. Так, здесь у меня просто... не только мясо. Есть и мясо, конечно. Вот, видите, еще ягодка. Вот, это малинка, которую я вам показывала в контейнерах. Так, и еще нижний ящик. Ой, он маленький, видите, полностью выходит. Так, вот тут я что-то подписала. А, черноплодную рябину я заморозила. Это я покупала в Кусвилле. Решила ее заморозить. Вот, еще. И там у меня внизу это вот облепиху я замораживала. Вот, горошек немножко заморозила. Вот видите, в чем преимущество суперзаморозки. Видите, ягодки какие, все целые. Нету белого, белого инея, да, снега нету. Каждая ягодка целая. Это у меня малинка. Там тоже малина. Что у меня еще тут? А это все малина. Так, внизу, а еще вот, смотрите, ежевичку. Ежевичку заморозила. Вот малина. Вот, все. Все вот, что вам показала. Это мои запасы. Так что ягодок много. Будем готовить смузи. Все. Я к зиме готова. Вот моя работа летом. Ну что, посуду помыла. Сейчас занимаюсь заготовками, пока посуда сушится. Помыла зеленую гречку. Сейчас буду ее замачивать. Здесь помыла свеколку. Морковка у меня уже мытая. И картошка. Хочу запечь овощи. Тут помыла яблочки. Обсыхают. И здесь много чего замочила. Это чечевица. Это у меня кунжут. Причем не очищенный. И миндаль. Из миндаля хочу молочко сделать. Кстати, из кунжута тоже молочко. А чечевицу замочила. Хочу вместе с цукини сделать оладьи. Не из одного цукини, а вместе с чечевицей. Причем буду делать это в первый раз. Погода за окном манит на улицу. Посмотрите, какое солнце, какое небо. Прелесть. Сейчас эту неделю наслаждаемся прогулками. Полинка в музыкальную прогулками, а я шаги нашагиваю. Здесь меня ждет постель. Сейчас буду ее менять. Эту снимаем, меняем на новую, а эту стираем. Все как обычно у всех. Хочу показать, какую купила сумку. Это просила мама. Видите, она именно для телефонов. В Фикспрессе сейчас такие появились. Вот тут спереди небольшой кармашек, но он не застегивается. А здесь одно отделение. Вот, внутри больше ничего нет. Там были разные по цвету. Ну, для телефона в самый раз. Сюда можно положить какой-нибудь пакетик для похода в магазин. По-моему, прикольно. Стоило 299 рублей такая. Здесь достала все свои контейнеры с теплой одеждой. То, что хранилось у меня летом. Сейчас все будем наоборот менять. Теплые вещи доставать, а летние убирать. Недавно купила такую фруктовницу. Это у нас для фруктов. Покупала такой магазин, он неизвестный, но в Новомосковске, даже не буду его называть. Не помню, по-моему, Клевер, что ли, называется.
Вот, она плетеная, смотрите. Здесь металлические прутья, то есть и основание. Вот. Очень мне понравилось. Там было разных форм, по-моему, и разных размеров вот эту. Я выбрала оптимальную, посмотрела, какая мне больше подойдет. По-моему, даже самую маленькую. Потому что что у нас только двое человек, да, и что сюда ложить. Фрукты, конечно, то есть, то их нету. Смотрите, здесь у меня хранятся грязные фрукты, то есть принесла, как говорится, некогда сразу помыть. И тут все мои БАДы тут. Некогда помыть, и я их кладу сразу сюда. Помните, в Икее продавалась эта корзиночка, классная вещь, вот. Еще успели купить вот этот стеллажик тоже в Икее. Вот, так что здесь хранятся грязные фрукты. Потом я их мою и складываю сюда. И на столе они уже стоят, то есть в свободном доступе. Пришла Полинка там откуда-то, дом находится, взяла, и не надо заморачиваться мыть. Взял фрукт и съел его. Вот помыла яблоки, сейчас буду складывать их сюда. Очень мне, знаете, понравились яблоки, по-моему, вот эти. Эти я брала, по-моему, в Вкусвилле, а вот эти брала, ну, в Московске на рынке. Вот там у одной женщины, вы знаете, какие яблоки. Я такие яблоки не ела никогда. Сочные, мягкие, сладкие. Говорят, что в Тульской области они произрастают. Это очень радует. То есть не опять откуда-то привозные, да, мы привыкли, что либо их чем-то обработали, а это вот какие-то сады в Тульской области. Надо вот в следующий раз хоть получше спросить, откуда же они. Может, какой-то город конкретно назвать, просто ради интереса. Ну вот, таким образом складываю, и лежат, и красиво, и уже все готово к употреблению. Так, решила помыть полы на балконе. Теплые пока деньки стоят. Надо закончить с уборкой здесь, чтобы встретить зиму. Зиму! В полной чистоте. На балкон мы уже зимой не будем выходить. Так что навожу порядок. На улице погода прелесть. Сейчас, наверное, домой все-таки выйду, погуляю. Еще раз повторюсь, погода манит, манит. Последние теплые денечки. Какая прелесть. Такой сентябрь. Но это нам компенсация за лето дождливое, холодное. Вуаля, и постель я поменяла. Вот такая красивая, чистенькая постелька. Так, все, вытащила из машинки белье. Пойду развешивать. Наверное, поместится и в ванне, и еще отдельно поставлю сушилку. Много белья перестирала, но сегодня только белое постирала. Пойду выйду на балкон, тем более я его уже помыла. Подышим воздухом чуть-чуть. Погода радует, радует. Прям не верится, что она может испортиться в ближайшее время. Вон солнышко уже заходит. Кстати, поделитесь, у вас куда выходят окна, на южную сторону или на северную? У меня получается, что окна на две стороны. Вот где я сейчас нахожусь, это, ну, не то что южная, знаете, тут солнце бывает, наверное, где-то с 11, наверное, и вот до 5, до 6 вот здесь оно заходит. Вот. Но сюда уже прямо в окно оно уже, конечно, не светит. Вот. А та сторона северная. Ну, по идее, получается, что это южная, потому что та действительно северная. Да, это на южную сторону спальня у нас выходит, зал и кухня на северную сторону. Но мне нравится наше расположение, потому что когда здесь жарко, мы особенно не находимся в спальне, по идее. В основном солнце-то бывает летом. Полинка летом на каникулах, поэтому особо уроки тоже тут не сидит, не учит. Так что нам такое солнце не мешает. Но если зайти в эту комнату, да, действительно будет жарко. А на той стороне прям идеально. Кухня на северной стороне. Зал, то есть там, где вы проводите больше времени. То есть мы.
уже нет такой жары. Даже нет необходимости ставить какой-то кондиционер. Вот так. Солнышко осеннее. Ну что, готовлю свои оладьи, чечевица, кабачок там. Добавила немного муки нутовой и гречневой, ой, не гречневой, а из зеленой гречки. Вот такие оладушки получаются. И приготовила здесь соус. Соус у меня помидор, томаты и авокадо, и чесночок. Вот дожариваю, сейчас буду ужинать.